Между тем, в Якутии почти 70 тысяч семей получили сертификаты материнского капитала. В соответствии с федеральным законом, владельцы маткапитала могут использовать средства на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, формирование накопительной пенсии мамы, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Самым востребованным направлением расходования средств материнского капитала является улучшение жилищных условий. Напомним, на сегодняшний день размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Программа, как вы знаете, работает с 2007 года, и она выявила, показала свою востребованность, свою актуальность. У нас уже 38 тысяч семей использовали средства материнского семейного капитала. В основном, конечно, они использовали его на улучшение жилищных условий. Ну и вот буквально с мая месяца мы сейчас работаем над таким направлением, как социальная реабилитация и адаптация детей-инвалидов.